Лето – это время отдыха и новых открытий, но особенно приятно порой просто окунуться в атмосферу спокойствия, забыв обо всех проблемах. В теплые солнечные дни кто-то оставляет шумный город и отправляется на природу, кто-то выбирает курорт на морском побережье, а кто-то решает провести каникулы в Бресте. Мы этим летом решили никуда не ехать, отдохнуть дома с семьей. Ходим в парк, катаемся на карусельках, на пляже отдыхаем, на набережной. На качельке во дворах, песочницу нам новую привезли, катаем, играем с ребенком. И все, никакая заграница нам в этом году не светит, решили отдохнуть, достроить дом. Прекрасно проводим. В любимом городе Бресте гуляем по Советской, по очень красивой улице, очень здесь красиво. Очень нам нравится, фотографироваться везде, столько маленьких памятников понаставили и с щетками, и с булочками, и со швейной машиной. Столько всего красивого. Работаем, очень много работы, и поэтому работаем, когда находим какое-либо время. Занимаемся спортом, вот ходим в тренажерку, танцуем, иногда загораем, ну иногда вот прогуливаем. Брест привлекателен не только для его жителей, но и для иностранных гостей. В нашем городе большое количество мест, где можно с комфортом провести свободное время, насладиться природой и посетить развлекательные мероприятия. По благодарным отзывам приезжих и самих брещан, сама атмосфера областного центра помогает восстановить силы и способствует улучшению настроения. Я думаю, что да, есть что посмотреть, есть что. И я думаю, что люди приезжают сюда и не только с дальнего зарубежья, но и с нашего, вот и россиян очень много, и даже, насколько я знаю, что и украинцы, хотя у них там, ну, как бы проблемы, но они даже вот с Киева, я сама лично встречала людей, которые приезжали к нам вот это все смотреть, поэтому я думаю, что посмотреть есть что. Есть где погулять, куда сходить, замечательную аллею открыли с фонарями, ребенок очень там любит гулять, бегает по всем фонарикам, все трогает, там прохладно, ветерочек, все замечательно просто. На самом деле я вижу, что Брест развивается, это не может не радовать. Ко мне приезжают друзья с других стран или там с других городов и действительно видят какой-то такой результат. Конечно, лето – самое лучшее время для путешествий за границу. В мире очень много красивых мест, которые многие хотели бы посетить хоть однажды. Водопады, высокие горы, таинственные пещеры. В летние месяцы особенно необходимы новые впечатления, знакомства и, естественно, оздоровление. Именно поэтому жители нашего города часто обращаются в турагентство для приобретения путевок в жаркие страны. Этот год не стал исключением. В Бресте создано много условий для хорошего отдыха. Есть даже платные пляжи, там они обустроены и так далее и тому подобное. Но, естественно, люди хотят выехать куда-то дальше, что-то увидеть больше. Наиболее популярное направление, как и все прошлые года, остается Турция, Египет, Черногория, Хорватия, Болгария очень популярна с вылетом из Бреста. То есть также Брест очень хорошо продается, Турция. То есть рейсы практически заполнены. Конец августа, там осталось буквально пару мест в самолете. В самый теплый сезон есть далеко не одна возможность набраться сил для дальнейшей плодотворной работы. Это время всегда хочется провести максимально интересно, так, чтобы впечатлений хватило на долгие зимние месяцы. Брещане с удовольствием планируют и проводят отпуск так, чтобы получить как можно больше положительных эмоций. Ведь лето бывает только раз в году. София Бережная, Сергей Куропатов, Антон Луговкин, телекомпания «Бук ТВ».